Сегодня в стране стартовала образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Тема диктанта – «Сильная экономика, процветающая Россия». Участники проверяют свое умение разбираться в базовых экономических терминах, методах и инструментах управления экономикой. Экономический диктант уже написали представители органов местного самоуправления и школьники 18 районов республики. В Якутске диктант состоялся одновременно на двух площадках – Высшей школе инновационного менеджмента и в финансово-экономическом институте СВФУ. В первую очередь проверяли свои знания сотрудники Минэкономики и Госкомцена, а также студенты и старшеклассники. Все они получат сертификаты участников, а набравшие 100 баллов примут участие в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Диктант, конечно, покажет определенный уровень, да, экономической грамотности населения, но для того, чтобы жить в современном обществе, нам, конечно, нужно же обладать некими экономическими познаниями. Да. От этого никуда не денешься. С этим мы сталкиваемся в быту, да, при получении кредитов тех же, да, значит, при обращении в различные государственные органы. Все бюджетная сфера тоже понимает, что такое сбалансированность бюджета, как достигать, что такое дефицит бюджета, экономический. Экономический рост, эти базовые экономические знания нужны, ну, всем, да.